Хорошо, спички все поварились. Хорошо. Отсырел коробок. Жахите. Так что иногда ее желательно повторять. Звуки нечеткие, не подходят. А ми ж говорили про те, що потрібно запалювати в момент запалення аумсвара. Ну да. Так вот, как раз начали повторять, и оно запалилось. Ну, вообще, если раньше, оно хуже не будет. Но лучше это как-то приурачивать к запаливанию. Главное, чтобы сознанием там в это время, о Всевышний раб, проявись перед нами в этом огне. Приди к нам. То есть главное, чтобы призвание шло. Не просто повторение непонятных слов. А сейчас в мантре я прошу, чтобы ты четко звуки произносил. Как можно четче. Yeah.